Да, всем привет, ребята. Это новая рубрика. Комментируем партии мастеров на Chess.com. Да, рубрика возникла по причине моей лени играть и нежелания моих соперников играть со мной на том же самом Chess.com. Хотя вот с шахматистом, который в данной партии играет черными, не так давно Зарубились. мы тоже рубились, да. И вот он сейчас играет с международным мастером из Исландии, играет черными, и какая-то странная позиция у них. Ну, как-то... Белые создали такую полуугрозу конь b5, мне кажется. Я не знаю, может быть, стоит сыграть конь b5. А в чем идея? Ну, просто поменять этих коней. Линию А прорезается там после А4 в какой-то момент. Я бы, наверное, не удержался бы, сыграл бы конь Ну, b5. тактически сильно выглядит, по крайней мере. Да, ну... Ну, может быть сначала А4 включить? Но это слишком явно, черные уберут коня. Ну да, видишь, да, нашел. Надо ковать железо, пока много еще. Слон e5. Не, да не выше себя, большой перевес. Но... Ну вот Да. да, А4. Ну что, мы вообще создавали рубрику с идеей ругать шахматистов, но пока... Пока оба молодцы. Пока мне нравится, как играет здесь играющий белыми, так довольно идейно. Ферзь h2 тоже интересный ход. Ну, да, сейчас, мне кажется, просто 2-0. Да, 2-0 и давление будет. Там 7, там будут колоссальные проблемы с линией А, и, в общем, я бы, наверное, сдал бы черный. Хотя у черных лишний материал. Так, ну... Может быть, на самом деле, я не знаю, АБ стоит сыграть, мне кажется. АБ, да, АБ обязательно стоит, то есть линию. Ну вот, смотришь. Почему? Ну, тоже, наверное, возможно. Так, ну что, будет надо 2 отъедать или что? Я не стал бы заставлять черных бить на 2, по-моему, это все-таки слабо было. Потому что, понимаешь, еще тебе пункт F2 проседают. В какой-то момент, да, я с тобой согласен. По-моему, это грубая ошибка была, Да. надо было играть АБ. Ну... Все, можно поругаться теперь. Чуть-чуть, выругаться. Чуть-чуть. Так, ну может быть выбить на D6 что ли уже, а как? Ну, для того, чтобы поменять результат партии на противоположное, мне кажется, этого хватило. Так, и вот сейчас F3. F3. F3? Ферзь E3, мат. Думаешь, там мат будет? Ну, я не думаю, я уверен. Сейчас как-то король D7, да, Какие-то побежали. что-то отчаяние, по-моему, просто Стоп, ферзь стоп, E2, стоп. ну, финиш. Ладья A8, король D7. И потом ферзь F2, и конь G3, мат. Конь G3, выигрыш ферзя. Ну, ферзь E2, и конь G3, и партия закончится. Да, сдался. Ну что? Ну, в общем, белые играли идейно, черные играли слабо, черные выиграли. Что, идем дальше? А так нет, было. А у них реванш. А нет, нас перекинуло на американского... Национального мастера из штатов Dragonfly. Dragonfly — это стрекоза, переводится на русский. А кто такой вот этот Энтхэм? Я не знаю, но Вот Энт... уголец. Что еще интересно, Энт — это муравей. То есть Хэм... Хэм — это вообще ветчина, но... В общем, это неважно, я думаю, что с ветчиной никак не связано. У нас, получается, играет белыми муравей с 2300. Человек-муравей. А, человек-муравей Я, против кстати, посмотрел этот фильм, прикольно. Человека-стрекозы. Я тоже посмотрел, мне понравился больше, чем большинство идиотских фильмов о супергероях, но, в общем, своего мнения я не поменял насчет всех этих супергеройских. Ой, да ладно, Марвел херни не делает. Абсолютно все, что я смотрел, все херней. Абсолютно. Так, все, давай к партии. Я даже не могу сказать, что я большой фанат нолановских темных рыцарей, хотя, конечно, с Марвелом не сравнить тут без вопросов. Так, почему нельзя отойти на D7, D2? Да, D2 ну, как-то D5, D5 мне хочется. Кажется, у черных очень привлекательная позиция после хода конь F5 была. Ну и тут тоже все неплохо. Так, вот сейчас уже проблемы с этими и, конями. Коряво стоит. Кони коряво стоят, согласен. Ну, Пока муравей проигрывает в стрекозе. H6, мне кажется, небольшая неточность. Конь F5 была посильнее, чтобы зацепить этого коня на G5 в случае размена на F5. Вот он то же самое делает, но представь, что сейчас белые поменяют. И в этом случае черные зацепили коня на G5. Мне вот не очень нравится, что белые, что черные, что белые, прошу прощения, не меняются на F5, потому что конь H4 допускают как раз, да. И конь на H4 расположен очень глупо. Конь на H3 вообще печально глупо. Вытаскивать его на F4, но черные могут даже рассмотреть вариант как-нибудь пнуть его путем G5. Хотя сразу, наверное, это не очень сильно, там конь на H5 пойдет. А куда его вести после Мне кажется, F4? надо конь F4 играть, да? Ну вот G5 куда играть? Конь H5. Только туда, в уголочек? Да, это не так Ну плохо. как-то стрекоза напрыгивает. Стрекоза напрыгивает? Налетает? Налетает. Ну да. Так, ну вот H6, я H3. Не убеждаю, кстати, игрочу на самом деле. Так, и куда теперь? Да вот не знаю. Может, были планы жертвовать на F2?
Ну так это корявенько, там уже, мне кажется, нет ничего. Ну не факт, шах был бы, он ферзь c7, коней прорезали, можно было попробовать. Вот сейчас, мне кажется, белый уже начнут что-то жертвовать. Он h5, потому что странноватый ход. Конем, конечно, надо было бить. Ну все, слон g4, ой, слон g4, да? Ну f4, f5. И Угу. черный. Интересная позиция, мне все равно больше нравится позиция черных с большим Так, ну, запасом. коза. Ой, какая коза. Предлагаю по причине большого переза, большого отставания по времени, а по позиции за явный перевес у черных был. Теперь он немножко уменьшился. Может быть, даже Так, немножко. вот Е3 надо допускать. Да, наверное, надо доиграть. Ну, как бы вот тут, мне кажется, с результатом этой партии все ясно. Черные Ну. просто не справятся с управлением, ввиду такого количества времени. 0-1. 1-0. А, да, 1-0. Слон А6. На слон А6 они зевают оба. Слон А6 просто выигрывал фигуру минимум. Ну или качество там, не Да, знаю. согласен. Ну не видят соперники. Ну, Е2 не видят. Что они делают вообще? почему едва не пойти? Ну, в общем-то, по-моему, это плохая идея с этой рубрикой. Ну ладно, что, смотрим, Но они любим. же играют плохо. Е2, пойди уже, блин. Нет. Вот за человек. Ну, все понятно. Черный не удержит флаг. Слишком много фигур. 5 секунд. Как-то на D7 надо закинуть ее. Три, надо примувить. Как ты тут попримувишь? Полная доска фигур. Слон d4 зевнуто было с идеей e2. Ну, все, зевает, в общем. Белый выигрывает по времени. Ну да, тут перевес. Ну, наверное, закончим на этом. Ну, Первый позиция. наш выпуск. Ага, белые выиграли по времени. Первый выпуск. Всем спасибо за внимание.